Привет, я Нокс, это завтрак на бегу. Собираюсь на работу. Сегодня завтрак у меня скромненький. Ну, точнее, без изысканных готовок. Просто инжир. Сезон инжира открыт. Я купила у продавца на улице коробочку инжира за 200 рублей. Сыр фета, бальзамик и кунжут сверху посыпан. Просто шикарный. Я считаю, ничего не требующий завтрак. Ну и две печеньки так. Нервишки полечить. Пью кофе с цикорием. И дальше кундеры. Еще раз кундеры. Я полностью погружена. Сейчас вот про роман читаю. Послушала Стравинского, если кто не знает. Кундера очень много писал Стравинского, но что-то я не очень прониклась. Листаю журнальчики. Читаю кулинарные книжки. В общем, все как обычно, и времени, как всегда, ни на что нет. Жду выходной, что-то подзаколебалась. Я немножко работать. Прямо жду, не дождусь. Хочу просто выспаться до обеда. Пишите, чем вы занимаетесь в выходные. Кстати, хороших выходных. Что читаете, что едите, задавайте ваши вопросы. Всегда буду рада пообщаться. Всем хороших книг. Пока-пока.